Говори, что хотел. Линдси ушел. Неспортивное поведение. Он помогал Питеру шантажировать Ченнинга. Зачем? Отец, ты плохо слушал. Их дружба кончилась, и что с того? Кажется, он сказал «связь». Имеющий глаза да увидит. Мейсон, зависть к Ченнингу лишила тебя остатков разума. В чем ты его обвиняешь? Может, так поймешь? Что это? На память от Линдси. Взгляни. Ченнинг. И что я должен увидеть? Его рука обнимает Линдси. Они же друзья. Да неужели, отец? Не знаю. Похоже на... Бар. Правильно. Но в какой бар ходят одни мужчины? Парами. Вернее, парочками. Раскрой глаза. Что это за место? И что там, по-твоему, делал Ченнинг? София Уэйн, пробуй. Мне обнажить душу, разбойники? Спрашивайте. Ну, мы не так уж плохи. Вы спросите о моих интересах и планах, а также сплю я одетый или голый. Нет. Обещаю сказать лишь то, о чем знает моя мама. Итак, милый Сиси, пусть запись этой женщины, сделанная много лет назад, доставляет тебе утешение и улыбку в настоящем и будущем. Только я могу вдруг разрыдаться, я беззащитна. Отлично, София, вам предстоит сыграть любовную сцену. Вы считаете себя сексуальной? Итак, ты хранил пленку на память о Софии. Надо же, какой сюрприз! А она хранила частичку тебя. Частичку меня? А, мужской поступок, как всегда. Это мерзкая клевета. Знал, что ты так скажешь. Удивительно, ты заплатил этому проходимцу за поддельную фотографию. Ченнинг был гей, отец. Гомосексуалист. Из этих. Ложь. Поверь, если бы я платил Линдси, снимок был бы откровеннее. Даже это смешно. Какая-то картинка, я должен поверить, что твой брат был... Из этих? У меня внук от него. Он не был бесплоден. Он был отцом, мужиком. Чтобы делать детей, особого ума не надо. Без женщины не обойтись. Подмечено тонко. Но он бросил ее ради Линдси, а ты способствовал, отослав Сантану рожать. Ты спятил. На этот раз ты перешел все возможные границы. Как бы не так, отец. Любого спроси. В доме лишь ты не в курсе. И спрошу. Кто там? Иден? Это Сантана, Сиси. Я приехала за мамой. Ненадолго, и к Брэндону я не пойду. Спроси ее, лучше не придумать, она уж точно мне не друг. Сантана, подойди. Спросить о чем? Сантана, ты любила Ченнинга? Когда-то да. Ты была с ним близка, как никто. У вас родился сын. Да. Я хотел бы попросить, как бы дико это ни прозвучало, скажи, пожалуйста, Мейсону, что Ченнинг не мог быть гомосексуалистом. Ты сказал? Давно пора. Зная, что может случиться, откуда такая жестокость? Нет, это неправда. Нет, нет.
Вернулся? Где ты был? Искал Кристи. Она звонила? Нет, мама спит у тебя. Это она чем занималась? Скандалила с Кэтфеллами. Ох, не спрашивай. Мы думали, ты уже разыскал Кристи. Нет, но обязательно найду. Скажи мне, пожалуйста. Может, она и правда знает, кто на нее напал? Ее слова стали для меня полной неожиданностью. Да, я понимаю, но она скрытничает, чего-то боится. Возможно, она убегает именно от него. Может, это кто-то из близких ей людей, и она его покрывает. Дай мне сосредоточиться. Я видела такое раньше. Иногда женщина сближается с насильником и начинает думать, что виновата она. Особенно, если это знакомый. Жестокость... Мэри, да заткнись ты уже! Прости меня, я взволнован. Нет, ты прав. Главное, найти ее. Да уж. Здесь ему меня не найти. Я тебя в это втравила, но все наладится. Я все исправлю. Подарок для Сиси, надо же, какая забота! Да, и еще записка. И к черту тот факт, что 20 лет ты берег пленку Софии Кэтфелл как зеницу ока. Не пленку, а фотоснимки. И она была тогда Софией Уэйн, а не Кэтфелл. Просмотрю-ка до конца. Дальше она снимает изящную горжетку и устраивает стриптиз. Это кинопробы Софии Уэйн. Верни, пожалуйста. Нет, ушки, сначала объясни, зачем ты это хранил. Чтобы совесть не дремала. Я думал, что убил Софию. Но она вернулась, и я забыл о пленке. И вспомнил сегодня. Хотел чем-нибудь порадовать Сиси. Он умирает, небольшой экскурс, прошлое ему не повредит. Убери с глаз долой, не хочу наткнуться на нее, когда вернусь с твоих идиотских поминок. Договорились, кто-нибудь придет? Ты пригласил половину горожан, не было времени отменить всех. Спасибо тебе, мне было как-то неловко. Оно и понятно, ты в черном, люди могут не то подумать. Ну, поводов для скорби у меня хватает. Да уж. Объясни-ка мне кое-что. Ты сказала, что София хранила частичку меня. О чем это ты? Мне кажется, ты чего-то не договариваешь. Что ж, настало мое время, не так ли? Сиси, что с тобой? Знаешь, где они встречались, отец? В туннеле. Там Ченнинг со своим любовником предавался греховной страсти. Так же, как София и Лайнел. Мейсон, умолкни. Скрытые влечения у нас в крови. Это вызывает грусть и умиление. Ты не видишь ему плохо. Да в порядке он. Просто увидел картину, которая однажды предстала перед динозаврами, попавшими в снегопад. Вырождение, бренность существования. Так ведь, отец? Сиси! Давай, отец, бей меня. Ударить Ченнинга ты уже не можешь. Сиси, что они с тобой сделали? Что такое? София, наш мальчик, Ченнинг. Он... Что? Сиси, что стряслось? Я догадалась. Здесь был этот, Линдси Смит. Где он? Линдси бы этого не сделал. Это все Мейсон, это его рук дело. Ты доволен? Полегчало? Да. София, это правда? Ченнинг. Сандана сказала, что да. Дорогой, этого уже не узнать. Отчего же у меня есть письма Линдси к Ченнингу? Ченнинга к Линдси? Вот и оставь их к себе. Чем, по-твоему, Питер шантажировал Ченнинга, отец? Ченнинг, конечно, был подлым, но не глупым. Узнает ты обо всем еще тогда, он погиб бы от руки отца, а не от матери.
Просто идеальная жена. И заступится, и потратит деньги, и сохранит тайны. Его и свои собственные. Когда же вы, наконец, сбросите все свои маски, леди? Думаешь, теперь ты лучше Ченнинга? Но я вижу тебя насквозь, Мейсон. Ни одним своим помыслом или поступком Ченнинг не превзошел бы такой гадости, как переспать с женой родного отца. Да, подходящее ты выбрал время, Мейсон. Долг платежом красен. Тебя застукали, и ты рассказал про Ченнинга. Ничего не меняется, отец. Ты защищаешь Ченнинга. Он просто другой. И тебя не берет оторопь при мысли, что они с Линдси в тоннеле... Хватит, довольно грязи на сегодня. Си-си. Все хорошо. Си-си, это не так. Ты же понимаешь. Пойдем со мной. Ты ляжешь, а я сообщу доктору Бидлсу. Пока они здесь нет. Это ненадолго, я прослежу. Куда ты его ведешь? В чем дело, отец? Не можешь держать удар? Мейсон, он бледный, как полотно. Ему очень плохо. Он что-то придумает. Проигрывать не в его духе. Все, убирайтесь. А ты отправишься его утешать всеми доступными способами. Ладно, я иду на вечер Теда. Он добрый и отзывчивый. Я учила детей проявлять доброту к ущербным. Нет, София, ты ничему их не учила. В этом-то и беда. Ты их бросила. Жаль, что у Ченнинга не было любящей и заботливой матери. Пошла вон. София, что происходит с Си-Си? Да, чего он уковылял отсюда, словно раненый вепрь? А как по-вашему? Он уже не в том возрасте, чтобы сносить постоянные нападки. На него самого и дорогих ему людей. Это бесчеловечно. Я уйду, но передай, что вернусь на второй раунд. Доброй ночи, Сантана. Я подожду мать. Водителю отвезет Розу домой. София, меня тоже беспокоит Си-Си. Чёрта с два. Именно ты сделала так, чтобы он застал Джину с Мейсоном. Теперь это. София, он в лоб меня спросил. Что мне было делать? Да что угодно! Что угодно или уйти от ответа? Надеюсь, ты не ждешь извинений за правду. Я жду, чтобы ты убралась отсюда, пока я не запретила тебя возвращаться в этот дом. Раньше я считала, что ты поддерживаешь меня. Сейчас я поддерживаю только одного человека. Си-Си. До свидания. Алло. Да, доктор Бидлс, я звонила. Слава Богу. Приезжайте скорее, Си-Си. Слава Богу, вы пришли. Проходите. Как он? Было ужасное потрясение. Неплохо, но пусть бармен положит две оливки. Большое спасибо. Ох, Лайнел. Августа, Августа. Фрэнк, 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 привет. Никого нет? Как тебе идет черный цвет? Я что-то не то ляпнул. Я тебя прощаю. Все узнали или не захотели прийти. А там Джина Кэпвелл? Что узнали? Где Лайнел? Его не будет. Извини, праздник отменяется. Отменяется? Да, это Джина. Интересно, кто его позвал? Лайнел, так скоропостижно. Что? Не изволь ни о чем беспокоиться, я все беру на себя. Ну, спасибо тебе, Фрэнк. Выслушай. Я продам свой молоковоз, перееду к тебе. И приму твоих детей. Я избавлю тебя от всех забот. Спасибо, Фрэнк. Извини. Я тебе нужен? Нет, обойдусь. Хорошо. Все? Хорошо.
Ничего страшного. Тед уже ушел, а я, так и быть, останусь. Августа. Добрый вечер, Джина. Чем-нибудь угостить? Благодарю. Мне, пожалуйста, безалкогольную кровавую Мэри. Запишите насчет моего мужа. Какая щедрость. На здоровье. Прошу, садись. Спасибо непременно. Кстати, вечеринки не будет. Это как сказать. Выпьем за женщину, сумевшую вырвать мужа из когтей Софии. Мне это не удалось. Так понимаю, ты пришла не на торжество Лайнела? Нет, меня только что выгнали из дома. Снова микроинсульт. Да, такой же, как в прошлый раз. В медицине это называется транзиторный ишемический приступ. Не столь продолжительный. Тебе повезло, но ты слабеешь. Никаких больниц. Ты взял все анализы. Операция не поможет. Ты не следуешь моим рекомендациям. Я слежу. Он принимает аспирин и таблетки от давления. А избегать стрессовых ситуаций? Поверь, я стараюсь. Так не скрывай от окружающих свое состояние. Ты же их совсем не знаешь. Готовы раньше времени сплясать на моей могиле? Увеличим дозировку. Немедленно пошли кого-то в аптеку. Жизнь твоя, Сиси. Просто хотелось бы ее продлить. Мне тоже. Ложись, отдыхай. Да, нашел его возле двери. Благодарю. Береги здоровье, Сиси. Спасибо вам, доктор Бидлс. Потому что знала, как именно ты это воспримешь. А чего ты ожидала? Думала, мне будет все равно? Это не так. Естественно. Я его идеализировал, считал тем, на кого мне следует равняться. А теперь узнал, что у него была эта проблема, эта болезнь. Милый, я тоже не до конца все понимаю. Но одно мне известно. Это не болезнь. Возможно, я старомоден, но для меня это навсегда останется болезнью. Пойди в кабинет и в комнату Ченнинга. Собери все его фотографии, все кубки и принеси сюда. Зачем? Я их сожгу. Нет, я не позволю. Он и мой сын. Тогда я пойду сам. Ладно, ладно, ладно. И с этой минуты я больше не желаю слышать имя Ченнинга. Ченнинг Кэффелл-младший для меня мертв. Не хочу тебя угощать. Зачем ты вовлек меня в свои игры? Не надо было лишний раз к нам приходить. Я не хотела, чтобы Сиси узнал. Все вышло как нельзя лучше. Отец захотел бы выслушать твое мнение, как подружки Ченнинга. Так что ты оказалась там весьма кстати. Он ненавидит меня, как постоянное напоминание. Он с самого начала не был от тебя без ума. А ужаснее всего то, что София винит меня. Ой, что такое? Тебя отлучили от дома? Да, благодаря тебе. София понимала меня. Ее разлучили с детьми, и она понимала мои чувства к Брэндону. А теперь? Теперь тебе наука. Не рой мне яму, сама в нее попадешь. А знаешь, я рада, что Сиси узнал и вышвырнул вас с Джиной из дому. Да, только когда ты придешь в дом, принесешь игрушки, отец захлопнет перед тобой дверь.
Кстати, Джина не нашла Теда. Она в другом зале с Августой. Узнать бы, о чем они там шушукаются. Извините, мы ищем кого-нибудь из коллег Кристи Дюваль. Она здесь работала. Кристи так и не объявилась? Нет, невесточки от нее. Стив? Мейсон? Знаете что, я не держу на вас зла. Давайте-ка выпьем за отцовский счет. Обещай мне никому ни слова. Разумеется, твой секрет не выйдет за стены этого зала. Договорились. У тебя удивительный муж. Почему все супруги Сиси считают Лайнела неотразимым? В сравнении с моим, твой просто сокровище. Неприятности Сиси, да? Еще какие? Я далека от идеала, но и он тоже. Знаешь, милые бронятся... Так бывает, это скоро пройдет. Уже прошло. Неужели? Он разводится со мной. Ради Софии. Вот же подлый. Он что, прогнал тебя на улицу? Нет, она меня прогнала. Что? Как? В чем он обвиняет? Я оказалась на линии огня, когда Сиси узнала о том, что... Не уверена, нужно ли тебе рассказывать. Сиси узнал шокирующую правду о своем сыне Ченнинге. Он что, уже в курсе? Сиси в курсе о чем? О Ченнинге своей гордости и радости. Ты откуда знаешь? Неважно, что сказал Сиси. Мейсон. Мейсон? Мейсон рассказывает обо всем, что узнает. Вся семья в курсе. Вся семья, господи, они придадут все огласке. Вряд ли, Сиси не осмелится. Он был потрясен. Как он отреагировал? Что сделал? Побелел, как полотно. Всех прогнал, чтобы побыть Софией. Вот и прекрасно, затачивай коготки. Развод еще не оформлен. Августа, да при чем здесь София? Но ведь именно она лгала столько лет, заставляя Сиси верить, что Ченнинг его сын, а не Лайнела. Что? Что слышала? Ченнинг, сын Лайнела? Надо же! А разве не об этом шла речь? Жаль, я раньше не знала. Ты провела меня. Нет, я думала, что... Ты говоришь, ты просто осчастливила меня. Говори о чем? Мне уже пробежать. Никуда ты не пойдешь. Говори. Я собиралась сказать, но ты сама начала. Если о Ченнинге, то выкладывай. Да, Сиси узнал, что он гей. Сиси, наверное, рвет и мечет. Еще бы. А ты совершенно уверена, что Ченнинг сын Лайнела? Да, уверена. Нельзя говорить Сиси. Почему это? Представь, к чему это приведет. Представляю. Он прогонит Софию поганой метлой, как ты и сказала. Нет, раз Ченнинг не Кэпвелл, значит и Брэндон тоже. Ты лишишься всех рычагов влияния на Сиси. Нет, Сиси любит Брэндона, независимо от родства. Кровь людская не водится, ты потеряешь все. Когда он узнает о примеси крови Локриджей? Мне обнажить душу, разбойники? Спрашивайте. Ну, мы не так уж и плохи. Вы спросите меня о моих интересах и планах. А также, сплю я одетой или голой? Нет. Обещаю сказать лишь то, о чем знает моя мама. Итак, мне нравится музыка, искусство, парусный и лыжный спорт. Откуда у тебя это? Доктор Бидлс принес. Доктор Бидлс? Я думал, ты прислала. Нет, это мои старые пробы, уже не помню, на какую роль. Еще была записка. «Милый Сиси, пусть запись этой женщины, сделанная много лет назад, доставляет тебе утешение и улыбку в настоящем и будущем. Друг». Странно. Кто-то решил сделать тебе приятное. Да, я буду смотреть ее, когда ты не сможешь быть рядом. И вспоминать о женщине, в которую влюбился и которую люблю. Принесла? Это все? Да. Убрала вещи из комнаты.
Их осталось не так уж много. Не прощу, что он меня до этого довел. Тебе не обязательно так поступать. Ради этого мальчика я жил и работал. Когда ты исчезла, он меня понимал. Он заботился обо мне лучше, чем я о нем. Из наших детей только он уже понимал твою значимость для меня и мою тоску о тебе. Он тебя обожал. Ради тебя он был готов на все и хотел походить на тебя. Я им гордился. Он во всем превосходил меня. Эрудит, спортсмен, наездник. И вдруг я узнаю, что он... Я никогда не замечал, что он отличается от других. А это отличие имеет какое-то значение, особенно сейчас. Я был слишком требовательным? Это из-за меня он стал таким? Нет, дорогой. Так в чем причина? Я не знаю. Почему ты это ты? Почему люди такие, какие они есть? Да, Ченнинг не похож на тебя. Как и Иден, и Келли, и Тед, и Мейсон, но воспитывались они в одном доме, их одинаково любили. Нет никакой причины. И неужели ты станешь иначе к нему относиться? Это имеет значение, я этого не понимаю. Мне хотелось бы понять. Дорогой, речь не о чем-то абстрактном, не о гомосексуализме, аргументах «за» и «против». Мы говорим о нашем сыне. Он был вот таким. Ты ничего не смог бы изменить. Возможно, и сам Ченнинг тоже. И единственное, что имеет значение, это любим мы его или нет. Твои чувства к нему не поменялись. Поначалу я была ошарашена, я не понимала, и сейчас не понимаю. А потом до меня дошло, что мое понимание не сможет повлиять на естественный ход вещей. Я все хорошо взвесила. Ченнинг не был распутным или безрассудным, он не был преступником. У него были отношения с другим человеком. И, очевидно, их чувства были взаимными и очень сильными. Милый, неужели это так ужасно? У Ченнинга есть ребенок, вне брака. Но я этого не стыжусь, наоборот, мне это доставляет радость. По-моему, если Ченнингу удалось с этим юношей обрести хоть капельку счастья, я не стану его за это корить, а попытаюсь порадоваться. Я люблю его. Правда люблю. И, конечно же, эта многолетняя любовь не пройдет в одночасье, даже если я захочу. Вот и не надо. Мои чувства не изменятся. Ченнинг появился у нас в первый же год от большой любви. И весь мир для меня стал совсем другим. И уже только за это он навеки останется жить в моей душе. Я все знаю о разводе, изучила этот вопрос вдоль и поперек. Без козыря в рукаве никак. У тебя есть это, Брэндон. Правильно разыграв карты... Эй, Фрэнк! Лайнел? Да, решил все-таки заглянуть. Но Августа сказала, что... Я не умер, Фрэнк. Ей бы этого хотелось, но нет. Тогда почему отменили вечеринку? Видишь ли, я не только не умер, но даже не умираю. Пока еще рановато. О, Лайнел, боже, я так этому рад. Мне сразу стало лучше. Значит, мы с Августой не съезжаемся. Невиновный чуть было не угодил в тюрьму. Да, знаю. Найти бы настоящего насильника. Не хотел бы я быть в твоей шкуре. Что это значит? Поймать его будет не так-то просто. А, ну да. Извините меня, пойду поспрашиваю людей.
Может, что знают о Кристи? Ладно. Ты извини, Стива, он какой-то напряженный. Наверное, я действую ему на нервы. Как? Я волнуюсь за Кристи, молюсь, чтобы с ней ничего не случилось. Она звонила Теду, значит, все в порядке, ведь так? Но ты об этом сказал недавно. Мейсон, я не понимаю, почему она сбежала. Это ведь не в первый раз. Нет, но в прошлый раз она убежала из-за маминого пьянства. И ругань с отчимом, но сейчас другое дело. Иногда не так уж легко понять и простить. Особенно родню. По-твоему, почему так? Нельзя же печальными воспоминаниями, но избавиться от них крайне сложно. Должно быть, немногие хотят этого по-настоящему. Давай же, Тед, возьми трубку. Давай. Ну, где ты? Жалко-то как такая речь пропадает. Прекрасный панегирик. По мне, так можешь его выбросить в мусор. А что это за слово? Неутолимое. Утолимое? Утолимая жажда жизни. А вот еще. Вот это. Заводился. Заводился. Я этого не позволю. Чего? Неважно. Постой! Дамы и господа, попрошу вашего внимания. Фрэнк, перестань. Я прочту замечательные слова, написанные моим добрым другом Лайнелом Локриджем. Нет, не надо. Давайте на минутку представим себе, что он умер. Что? Для наглядности. Начнем с красивого стихотворения, которое выбрал сам усопший. Автор Альберт Алджернон. Чарльз Суинберн, который, по-моему, тоже того. Да, он тоже уже не жилец. Так что двойной облом. Начинаю. На губах его грусть или улыбка. Сердце горит от страстей. Он тешится ложью гибкой, ткет ее, обрежается ей. Пожинает чужие колосья. То... Что посеял, не сможет сжать. Он еще умудряется спать. Мы собрались по просьбе. Да, поминки отменились, я помню, но все равно. Лайнел, как никогда, вожделел, сожалел. Мне даже не под силу это прочесть. Жаль, ведь там такие прекрасные слова. Вот, он так неутомимо заводился. Мне ли не знать, я встречался с его благоверной. И таких еще поискать. Это я про Лайнела, а не про его жену. Все не в ту степь. Полных жизнелюбия и энергии. Дай мне кончить. Как вспомню, что мне придется жить одному... Раньше я об этом не задумывался, и все благодаря... Лайнел, я не могу. С меня хватит. Фрэнк, ты славно потрудился. Так грустно. Твоя смерть, горе. Но я еще жив. Выше нос. Я справился. Все было верно. Отлично. Спасибо. Ну и спектакль. Что это было? С Лайнелом не соскучишься. Мэри, доберешься на такси? Да, ты что-то узнал? Нет, никто ничего не слышал. Я хочу заехать к Джейд, а потом по делам. Я возьму такси. Спасибо, Мейсон. Стив? Уверен, Кристи совсем скоро объявится. Но если нужна помощь, я могу сойти за неплохую ищейку. Не сомневаюсь.
Мейсон, спасибо, что не попрекаешь оскорблениями в адрес твоих родных. Меня пугала мысль, что ты так поступишь. Это не обязательно. Я и так помню каждое слово. Я тебя прощаю, но налагаю эпитимью. Оставь такси и позволь тебя отвезти. Идет. Фрэнк, ты произвел фурор. Августа, из твоих уст это комплимент. Что ты. Только так. Будем знакомы, очень приятно. У вас есть молочник? Нет. Тише, Фрэнк, тихо, дружок. Фрэнк. Как там Си-Си? Все хорошо? Не очень хорошо, но лучше, чем некоторые. Передай ему привет. Я отвезу Фрэнка домой. Замечательная мысль. Да. Я поеду на своем авто. Трогаемся, приятель. Лайнел и Фрэнк сблизились. Может, это и вправду наследственное? Вот так как верить, что ты все сохранишь в тайне? Ладно, ну, хотя бы Мейсону, пожалуйста. Нет, нельзя. Он сразу побежит к Лайнелу или Си-Си. Придет время, и я сама помогу тебе все обнародовать. Да, но я не гарантирую, что произойдет, когда я вернусь домой. Увидев Софию, я... Зачем тебе возвращаться домой? Можешь переночевать у нас. Дома ты будешь вся как на нервах. Не уверена. Мы будем болтать всю ночь, как подростки. А Си-Си пусть поволнуется. Уговорила. Только он не станет... Конечно, станет. Идем. Давай, смелее. Ух, как же я замерзла. Если холодно, не надо снимать туфли и бежать в воду. Эй, что? Может, разведем огонь? Ну, не знаю. Не хочешь? Давай. Мне и так тепло. Неужели? Разве не видно, кто меня греет? Правда? Понимаешь? Какой ты... Даже не вздумай. Нет, не бери. Прекрати, надо ответить. Извини. Нет, оставь. Алло. Лейкен, привет, это Кристи. Тед у тебя? Тебя. Кто там? Слушаю. Ты тоже не захочешь со мной говорить. Кристи, где ты? Тут все с ума сходят. Ты как? Кристи, ты слышишь? Да. Ты где, на вокзале? Да перестаньте задавать вопросы и слушай. Будь осторожен. Скажи отцу, пусть наймет для тебя охрану. Один человек хочет тебе навредить. Он опасен. Насильник? Да. Он преследует тебя? Меня он не найдет. Кристи, кто он? Когда-нибудь я все объясню, но не сейчас. Тед, прости меня и будь начеку. Она сказала, опасность угрожает тебе. Будь она на вокзале, я бы услышал людские голоса, объявления. Но поезд... А вдруг она все выдумала, чтобы лишний раз привлечь внимание? Она так привыкла. Не в этот раз. Кристи боится сказать, кто над ней надругался. Она сбежала от него, и он хочет выместить все на мне. Судя по всему, он ревнует. И злится, что с меня сняли обвинение. Надо что-то предпринять, и лучше всего позвонить брату Кристи, Стиву. Никакого Мейсона Кэпфелла. А если он поможет ее найти? Не поможет. Уверен, Кристи жива-здорова. Не стоит ее жалеть. Что ты имеешь в виду? Она выставила меня болваном, испортила репутацию. И сбежала, словно она сама преступница. Прокурор дышит мне в затылок. Да ты только послушай себя. Все наши неприятности начались с Кристи. Не забывай это. Поднимайся наверх, а я принесу тебе лекарства и воды. Договорились. Вот и хорошо. Как ты проведешь сегодняшнюю ночь, отец, зная всю правду?
Не сможешь уснуть, слыша, как рушится по кирпичикам твой университет имени Ченнинга Кэтфилла-младшего? Он будет построен. В честь кого? Тебя? Ченнинга. Ты-то надеялся, что я окажусь усколобым и забуду все, что сын для меня значил. Ты был прав, но София помогла мне осознать, от чего я отказываюсь. Ориентация Ченнинга никак не связана с тем, почему я его любил. И я никогда не перестану любить его. Мейсон? Не беспокойся, София. Ему нечем меня добить. Кончились средства. Я все пережил. Зачем ты вернулся? Мейсон? По-твоему, ты причинил недостаточно вреда? Лишь самому себе. Он ведь и правда любит его. Все время я считал, что он любил свое представление о Ченнинге. И если поймет, что Ченнинг ничуть не лучше меня... Однако же нет. Ченнинг от тебя, и он его любит. А меня ненавидит. Мейсон, не надо так. Не трогай меня. Я больше не обязан быть справедливым. Или искренним по отношению к вам. Всю жизнь меня били, даже до моего рождения. Пусть так оно и остается, София. Слышишь? Пусть. Don't forget, Santa Barbara is with us once again on Thursday afternoon here on Sky One. In half an hour, it's the Brady Bunch, but stay with us now as after the break, Christopher Biggins meets today's contestants for the Christmas Eve edition of Wife of the Week.